Какие лица являются палестинцами согласно законодательству Палестины? Согласно разделу 5 Палестинской национальной хартии, палестинцами являются арабы, которые до 1947 года проживали в Палестине, независимо от того, были ли они изгнаны оттуда, либо остались там. Любой родившийся после этого срока от палестинского отца, на территории Палестины или за ее пределами, также является палестинцем. Какие лица являются палестинцами согласно законодательству Палестины? Согласно разделу 5 Палестинской национальной хартии, палестинцами являются арабы, которые до 1947 года проживали в Палестине, независимо от того, были ли они изгнаны оттуда, либо остались там. Любой родившийся после этого срока от палестинского отца, на территории Палестины или за ее пределами, также является палестинцем.